По нападавшему, ранив его в ногу. Нападение в турку признано терактом. По данным полиции, атаку совершил 17-летний гражданин Марокко. Нападавший еще не допрошен. Полиция собирается сделать это как можно быстрее. Роспотребнадзор предупреждает о неблагоприятной эпидемситуации в Индии в связи с вирусом гриппа. К концу июля зарегистрировано более 2000 случаев заболевания, более 600 из них закончились летальным исходом. В связи с этой ситуацией Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам перед поездкой в Индию сделать прививку против гриппа за 2-3 недели до выезда. Американский журнал Fortune опубликовал очередной рейтинг самых влиятельных людей в бизнесе, которым не исполнилось 40 лет. Возглавил этот список президент Франции Эммануэль Макрон. Вторую строчку занял основатель Фейсбука Марк Цукерберг. И на третьем месте оказались основатели китайского сервиса Didi Chuxing, Ченг Вэй и Джин Лю. Три матча пройдут сегодня в седьмом туре чемпионата России по футболу. ЦСКА в 3 часа дня на СКБ-банк-арене начнет гостевой матч против Урала. Главный арбитр Сергей Лапочкин из Питера. Спартаку предстоит второй подряд столичное дерби уже с Локомотивом. Игра пройдет на открытии арены, начнется в 17:30. Главный арбитр Алексей Яськов из Москвы. В 20 часов по Москве Рубин начнет встречу против Анжи. Матч пройдет на Казань-арене. Главный арбитр этого матча Сергей Карасев, который также представляет российскую столицу. Далее курс валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара в эти выходные понедельник 59 рублей 36 копеек. Курс европейской валюты определен на отметке 69 рублей 72 копейки. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Далее о погоде в Москве. Сейчас в городе плюс 28 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. По данным метеорологов, москвичей и гостей столицы ожидают практически идеальные с точки зрения погоды выходные. В ближайшие ночи температура воздуха опустится до плюс 18. Будет ясным без осадков. Завтра днем также малооблачно. Дождей не ожидается. Будет еще теплее. Плюс 30 градусов. Спортлайф. Спортивный образ жизни. Здравствуйте всем. Меня зовут Роман Щерба. Это программа выходного дня Спортлайф. Время московское. 13 часов 4 минуты. В Москве наша радиостанция вещает на волнах 93.2. В ваших городах ищите нашу волну в интернете по всему миру. Настоятельно рекомендую подписываться на все наши социальные сеточки. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Контакт и прочие социальные сети, в которых мы представлены. Ну и записывайте в ваши мобильные телефоны, мобильные устройства, номера мессенджеров WhatsApp и Viber 8-925-42-93-2, чтобы отреагировать сразу на наши к вам вопросы и прислать сюда ваши соответствующие вопросы. Сегодня день у нас очень непростой. Сегодня московский «Спартак» в очередной раз попробует как-то воспрять духом, что ли, да, и перед своими болельщиками вновь проявить тягу к победе. Как бы это пафосно не звучало, но «Спартак» вот два своих важных матча проиграл, причем две недели к ряду. И это, конечно, не может сказываться положительно на состоянии и мотивации футболистов. Сегодня «Спартак» «Локомотив» в 17:30. Начало этой встречи, естественно, на Sport.fm, Роман Мазуров и Максим Лисовой. До этого момента с вами я. У меня следующие для вас новости. Ну, во-первых, ближайший час мы проведем в компании Олега Шигаева, если кто вдруг не знает. Это человек, который отвечает за агентский бизнес в компании «Профспорт». Компания, она так и называется. Олег, привет. Да, да. Гендиректор. Так и называется. Генеральный директор. Компания. Генеральный, да, генеральный директор. Такой молодой уже генеральный директор. Молодец, Олег сумел, как говорится, да, найти себя в этой жизни уже к этому возрасту. Ну, пока рано петь дифирамбы. Посмотрим, что Олег нам расскажет интересного. Профспорткомпани с такими известными игроками сотрудничает, чтобы вы понимали, как Игорь Смольников, как Евгений Чернов, который сейчас вызван в сборную России, защитник будущего российского футбола, не побоюсь этого слова. Не такой, наверное, как такое будущее, как Виктор Васин? Ну,
Вася, ну сколько лет, а у Чернова там впереди будущее, как раз шаг за шагом идет, да. Первый такой полноценный сезон в премьер-лиге проводит человек. Отлично, мы поговорим обязательно по Евгению Чернову, который сейчас выступает за Тосно из Ленинградской области, а вообще принадлежит Санкт-Петербургскому «Зениту», левый защитник. Вот, можете свои вопросы Олегу переадресовывать. Телефон прямого эфира 495-276-1932, 276-0932. Далее с 14 часов до 15 на час ко мне присоединится спортивный журналист Павел Занозин. Про киберспорт не воспользуйтесь случаем, да, и спросите его. Я знаю, что киберспортсменов и любителей поиграть в игрушки на приставке у нас предостаточно, поэтому готовьте свои вопросы Павлу Занозину и на эту тему тоже. Ну, а с 15 до 17 на 2 часа ко мне присоединятся Владимир Дегтярев и Дарья Миронова и большой развернутый разговор о хоккее, о старте континентальной хоккейной лиги, который не за горами. Буквально уже на следующей неделе все случится. Дождались. Вот так достаточно рано начнет лига юбилейный 10-й сезон. В эти минуты, чтобы не быть голословным, клиенты Олега Шигаева и его компании играют в Красноярске в Манеже. 19 августа игра проходит в Манеже. Енисей-Зенит 2. Это прекрасно. Я считаю, что это лучшее, что может быть в футбольной национальной лиге. За «Зенит» выступают Йоан Мало, ну и Константин Зырянов. Куда же без него? Енисей представляют со стороны тренерского штаба, конечно же, Дмитрий Оленичев, который сейчас, насколько я понимаю, занимает первую строчку в футбольной национальной лиге со своей командой. Вместе с крыльями делит. С крыльями, да? Уже. Ну вот я смотрел последний раз, когда таблицу, они, в общем-то, были единоличные лидеры. Видимо, крылышки выиграли свой последний матч с «Динамо» и СПБ. Просто начинали, да. Да. И да, догнали Енисей, соответственно, по набранным очкам. И что еще? Ну и Егор Титов, конечно же, в штабе Дмитрия Анатольевича Оленичева. Итак, Олег, что за футболисты вот сейчас здесь представлены и почему они играют в Манеже? Ну, наверное... Нет другого поля. Ну, в Красноярске сейчас нет другого поля, так как главный стадион Красноярска закрыли на реставрацию в преддверии Универсиады в 2019 году. Поэтому у них здесь вариантов особо и нет. Ну, им, наверное, простительно. Вот именно Енисею это простительно, что у них вообще вариантов не было других. Там не в соседний же город какой-то ехать. Здесь у них манеж хотя бы соответствует каким-то приличным требованиям. Ну, это не очень прилично выглядит по телевизору, но в целом, я думаю, что футболистам нормально и комфортно сейчас выступать. Ну, от ребят я плохого не слышал от манежа. Все только лестно отзываются. И воздух, и все остальное. То есть все соответствует действительно хорошему уровню. Я правильно понимаю, что человек 7, наверное, в Енисее ваших ребят выступают? Ну, вот 4 человека в старте в Енисее и 2 на замене. А как так получилось? Вы на связи с Дмитрием Анатольевичем или просто так сложилось? У вас какие-то особенные отношения с этим коллективом? Ну, наверное, начнем с того, что Маньяков Александр, да, как бы управляющий партнер агентства, он как раз и способствовал приходу Дмитрия Анатольевича и Егора Ильича Титова в Енисей летом после ухода Тихонова. То есть... И с тренерами тоже сотрудничаете? Бывает. Сейчас была достаточно опасная атака у санкт-петербуржцев, но ничем она, собственно, не завершилась. Тут спрашивают про «Локомотив». Можете что-то сказать по поводу этой команды? Проблемы с поиском нападающего – действительно большая сейчас проблема? Или все-таки «Локомотив» кого-то подпишет до окончания трансферного окна? Ну, я думаю, что приобретение какое-то возможно, но в прессе даже не муссируется так, как новичок «Спартака», да, условный. Мне кажется, «Спартаку» уже хоть кого хочет подписать, самое главное, чтобы какой-то новичок был. Там и нападающий, и полузащитник, и защитник, хоть кого. Про «Локомотив»? Про «Локомотив», ну, возможно, кого-то подпишут, тем более им предстоит стартовать в групповом этапе Лиги Европы. Наверняка какое-то усиление будет, но и не обладая какой-то информацией. Никакой конкретики? Да, никакой конкретики. Неизвестно, что будет там в «Локомотиве». Тем более там такая игра, что у них произойдет после нее. Тяжело сказать. Всякие могут быть изменения. Что ты имеешь в виду? Сегодняшние? Да. За «Спартаком»? Да. То есть Юрий Павлович так
висит на волоске практически. Ну, вроде результат есть, и никто не ожидал, что «Локомотив» так стартует. Но я думаю, что, возможно, какие-то изменения будут. Но у «Геркуса» зуб какой-то на палче, я так понимаю. Без комментариев. Ну, странно. Вот я могу говорить, а ты почему-то не можешь, Олег. Ну, потому что я знаю, насколько вот ту историю, случившуюся с фанатами «Локомотива», да, где «Геркус» с ними встречался и два часа при любом удобном случае говорил о том, что Юрий Павлович не будет в «Локомотиве», как только он там оступится несколько раз. Но он остался? Ну, пока да. Это было после трех побед, потому что он сказал, что там к октябрю, возможно, будут какие-то изменения, потому что, ну, «Локомотив» потерял Ари. Сейчас играет без нападающего по факту, не могут подписать никого нового, и возможно, я не говорю, что это действительно так, но возможно и не подписывают как раз-таки, потому что не хотят, чтобы Юрий Павлович оставался. Как вы сказали, что «Геркус» выступил перед болельщиками «Локомотива» и сказал, возможно, какие-то изменения после пара поражений, да? Вот сегодня как раз может быть пара поражений после «Тосноха». Конечно, не хотелось бы Юрия Павловича там отправлять. Вроде результат есть, и команда футбол интересно играет. Вот, ну... Посмотрим, как сегодня закончится сегодняшний матч. Что ты думаешь по поводу сегодняшнего матча? Кто фаворит? Учитывая последний результат от «Локомотив», ничья с «Рубином», поражение от «Тосного», «Спартака». Победа над Тулой такая между двух таких болезненных поражений от «Зенита» и ЦСКА. Фаворит, но я все-таки, наверное, поставлю на «Спартак» сегодня. На «Спартак»? Да. Почему? Есть какие-то факты? Факты. Ну, команда после чемпионства уже как бы результат сейчас не был, да, с кем они играли-то. Проиграли ЦСКА. Вот, «Зениту», да, и ничью, да, первые два тура сыграли, вот, и сейчас уже надо выиграть. Я думаю, что сегодня выиграет «Спартак». А что вы думаете на этот счет? Тоже можете свое мнение высказывать. 495-276-1932, 276-0932. Давайте уже сегодняшний эфир так более-менее посвятим этому главному матчу в российской футбольной премьер-лиге. Мы обязательно поговорим о европейском футболе через час примерно, когда Паша Занозин придет. Может быть, он нам про французскую лигу что-то расскажет. А мы пока вот в ближайший час ваше мнение тоже соберем по поводу «Спартака» и «Локомотива». 495-276-1932, 276-0932. Вайбер, WhatsApp 8-925-42-93-2. У Олега, Роман, спроси, пожалуйста, есть ли его клиенты в «Олимпийце» из Нижнего Новгорода? «Олимпийцы» Нижнего Новгорода, да, есть два человека. Карпухин, нападающий, и Хайрулов, центральный защитник. Сейчас они оба в старте, кстати. Ну, вот у них игра тоже в час, в Сибири началась. Я не знаю, зачем вам эта информация, уважаемый радиослушатель, но клиенты есть. Я так понимаю, что достаточно серьезный, да, у вас набор футболистов, которые сейчас выступают в футбольной национальной лиге? Ну, по ФНЛ, да, у нас много футболистов, где-то около там 35-40 человек, что ли, так, навскидку. Есть среди них какие-то такие вот, кто выделяется больше остальных, от которых вы ждете отдачи в будущем? Ну, тот же Марат Быстров из Тамбова, левый защитник. Уже так... У вас два левых таких защитника, ну, которые... Позиция такая в нашем российском футболе. Проблемная левый защитник. Вот, в отличие от Чернова, Быстров и на правом фланге может сыграть, он правша, а Чернов левша. Вот, но как раз такая вот, конкретных предложений нет, но весной на игру с «Балтикой», с «Динамо» приезжал Юрий Батуренко, помощник Юрия Павловича Семина, смотрел за Маратом как раз. Даля «Локомотив». Ну да. Возможно. Информацию дали, да. Да. Так, вокруг да около. А так вот конкретных пока предложений нет, но я думаю, что в ближайшее время они могут поступить. Там и с ЦСКА связывали, и с «Локомотивом», и с «Зенитом». То есть... 92-го года парень, следят, я вот смотрю, то есть ему уже, получается, 24 года, 25 будет. 25 было, да, в июне. У нас да, у нас написано 12 октября. Нет, в июне день рождения. Да? Ну, значит, да. Неправильная информация. У нас считается, что это молодой футболист. Но
все впереди. Он только зимой перешел из Челябинска, из второй лиги в Тамбов, и сразу здорово начал проявлять себя. Там в 14 матчах отдал 4 голевые. Все-таки для защитника это неплохой результат. Нет, хороший результат. И его признали, кстати, открытием чемпионата. Игрок открытия, да, ФНЛ. За 14 игр сумел, так сказать. 0-0 пока в матче Енисей-Зенит, 15-я минута, Енисей-Зенит 2, конечно же. Да, Козлов чуть не забил, кстати, тоже наш футболист. Козлов неплохо начал футболь в этом сезоне в ФНЛ, забил несколько мячей, сделал... Лучше там... бомбардир ФНЛ на Натамае. Им интересуется кто-то? Им, ну, пусть себя проявляют, может, заинтересуется. Ну, там вот постарше Быстрова, 28 лет. Ну, есть возможность передать? Там... Если будут себя проявлять, то наверняка предложение будет из такое. Из РФП? Да, да, да. Может, и не 7 выйдет сейчас в премьер-лигу. Шанс хороший. Может быть. Может быть. Кто еще? Мы сказали о двух левых защитников, которые, в общем-то, Чернова уже все знают, да, если Быстрова да не знают. Я перебью, там, три года назад, точнее, 2,5, Марат Быстров еще в спецназе служил. Ага. Да. То есть даже контракт подписывал, но родители сумели переубедить парня. И он все-таки связал свою судьбу с футболом, и то случайно. Там Челябинск, руководители команды приезжали смотреть на одного футболиста, ага, там на первенство области. Но Марат себя проявил, и взяли двоих, а тот не прошел просмотр и уже закончил карьеру. А вот Марат себя проявляет уже клуб премьер-лиги, так следя за ним. А так мог бы сейчас с кирзовым сапогом стучать по плацу. Да. Алексей, здравствуйте. Слушаем вас. Да, добрый день, уважаемый ведущий. Алексей, болельщик ЦСКА с 32-летним стажем. Ну, у меня, знаете, как у меня, в принципе, и коллегу вопрос, и Роман, и вы можете присоединяться. Значит, вот смотрите, как известно, в сборной, да, у нас большинство игроков из московского «Спартака», правильно? И смотрите, что сейчас вытворяет Станислав Черчесов, да? То есть, либо он абсолютно профнепригоден, да, как тренер вообще, да, либо он решил, значит, отмазать всех игроков «Спартака», которых, в принципе, сейчас вызывать нельзя, да? Потому что мало того, что команда находится в конце турнирной таблицы, так они еще, ну, так жаргонно говоря, мертвые все абсолютно, да. И что он делает? Значит, он выдергивает каких-то средних игроков, да, якобы их проверить. Хотя у нас остается до чемпионата мира меньше года, сборная нигде не играет, когда он вообще собирается наигрывать этот состав, да. То есть у меня вопрос, значит, по Черчесову, да, вообще может ли такой человек работать сейчас на данный момент главным тренером? И, значит, по «Спартаку», опять же, сейчас игра с «Локомотивом». Все мы знаем дружеские отношения. Значит, первая игра с «Краснодаром». Отдача, как говорили там, Галицкий с Федуном друзья. Второй матч, не знаю, Олег, сами вот рассуждайте, с «Арсеналом». Все мы помним прошлогодний, значит, матч, да, 3-0, да, и сейчас там играет настолько высоко «Арсенал», да, что позволяет там по 3-4 человека выходить один на один с вратарем, ну, смеху подобно, хотя все, значит, наши выдающиеся заслуженные люди молчат, да. И сейчас опять вот матч «Спартак-Локомотив», когда все время «Спартак» выигрывает у «Локомотива». Значит, ваш прогноз на эту игру – может ли быть очередной договорняк, да? И я, как болельщик ЦСКА, прогноз, значит, на две игры. ЦСКА-Урал и ответная игра ЦСКА-Янгбойз. Ну, с расшифровкой, за счет чего там с Янгбойзом, как лучше сыграть, опять же. Ой, Алексей, это очень. Это не к нам. Это к Юрию Альбертовичу Розанову. Вот там анализ глубокий, с расшифровкой. Или к Александру Викторовичу Бубнову. Там тоже анализ. С ТДД и прочими моментами. Ярлыки сразу на всех повесили, да? Да, ну а как? Ну, у меня нет вот сейчас материалов, чтобы с расшифровкой рассказать о втором матче, который еще не случился. ЦСКА Young Boys. Че расшифровывать-то? Воздух? Но по поводу сборной, Станислав Саламович же изначально сказал, что посмотрим внутренний резерв тех ребят, которые себя как-то проявили вот за эти туры в этом чемпионате, в премьер-лиге. Вот, и он хочет их вызвать, посмотреть, пощупать в своем тренировочном процессе, узнать, кто это получше, познакомиться, пообщаться. И он этих ребят и вызвал, в принципе. Я думаю, что как раз после Кубка Конфедерации... Так, ну, чуть большего, конечно, ожидали, да, там такой оптимизм присутствует, мне понравилась игра нашей сборной, в принципе, вот, но как раз хотелось бы там какие-то точные такие новые, там, новых футболистов
чемпионат мира через год, и он как раз хочет узнать, там, кто это, там, и Рауш там из Германии, да, вызван, и, ну, много футболистов, там, тоже Чернов, опять же, да, к теме вернемся. Вот, то есть это, ну, вот, я, в принципе, не увидел тех футболистов, которые слабые, как вы сказали, там, профнепригодные, еще как-то. Мне кажется, что каждый из этих ребят достоин вызова в сборную на данном этапе, в расширенный список как раз вот такой. То есть здесь список не вот прям игроки основы, там, ну, все команды нету, а вот как раз вот такие ребята, которые могут себя как-то проявить. Надо их как раз только шанс дать. Ну и потом, какой смысл сейчас вызывать в сборную тех людей, которых мы видели недавно на Кубке Конфедерации? Просто здесь сбор такой краткосрочный, и он закончится игрой товарищеской с «Динамо» на арене «Химки». Здесь просто он хочет за эти несколько дней, там, сколько там, недели, 5-6 дней, сколько там сбор продлится. Он хочет просто посмотреть этих ребят как раз. Здесь ничего такого плохого нет. По поводу ЦСКА и Young Boys давайте уж добавим, да, без анализа, но мы видели, да, первый матч этих команд, и понятно, что... Вот гол, кстати. Енисей забивает Козлов. Гол. Козлов очередной свой мяч забил. А как его твиттер Енисея называет? Козлиньо. Козлиньо, козлище, как его называет Енисей. Да, вот. Твиттер. Кстати, многие обиделись на это, но я так понимаю, что Андрей не обижает. Андрей нормальный парень, он с юмором, он понимает. С правого фланга пришел мяч в штрафную. О, понятно. Андрея Козлова никто не опекал. Он находился прямо на линии вратарской. И головой спокойно переиграл уже вратаря санкт-петербуржцев. 1-0 Енисей повел. Отрывается потихоньку от своих конкурентов, да? В списке бомбардиров лучше. За золотую бутсу, я бы даже сказал. В ФНЛ. Так вот, возвращаясь к ЦСКА и Young Boys, понятно, что ЦСКА намного мастеровитее выглядит, нежели тот Young Boys, который мы видели. При этом ЦСКА играл абсолютно не... да, ну, не, скажем так, зная, что впереди еще будет домашняя встреча, и не дергался никуда, не спешил, и, собственно, Young Boys сам себе гол-то и привез. Так что я думаю, что на ответной встрече будет хорошо. ЦСКА даже сам не верил, все, игра заканчивалась 0-0. Это вот такой момент. Так что, я думаю, и 0-0 бы ЦСКА вполне устраивал на выезде. Ну, я думаю, да, со всеми проблемами, там, и финансами, и вообще, там, сколько уже ЦСКА не приобретает новичков, там, да, по времени. Но... российский клуб такого уровня должен проходить там, Young Boys. При всем уважении к швейцарцу. Есть телефонные звонки, насколько я понимаю, да? Ксения, есть телефонные звонки? 495-276-1932, 276-0932. Телефон прямой эфир Спорт.ФМ. Напомню, что у нас в гостях Олег Шигаев, генеральный директор агентства «Профспорт Компании». Задавайте ему свои вопросы. Давайте посмотрим, что у нас есть в Вайбере, в WhatsApp. Добрый день, Роман. Отличного эфира, Саша. Только не обсуждайте трансфер Неймар. Нет, трансфер Неймар мы обсуждать не будем. Там все ясно и понятно. Так. Нужно линию атаки усилить, Семина нельзя трогать, 6 лет его программа. Ну, 6 лет никто ждать не будет, Алексей Локо-Волжский. Немного конкретизирую, именно рынок нападающих проблемный. С нападающими, говорят, проблема на рынке трансферном в России или нет? Но Олег? Нападающих, как известно, всегда все ищут. Это такая, да, действительно проблема, так как нападающий такой штучный товар. Но я вот смотрю на ваших клиентов. Жемлединов, ЦСКА, Делькин, Кутин. Кто еще из... Соболев Александр. Соболев, Истамин, наверное, да, которого все знают. Ну, все. Козлов, да, тоже из Енисея. Не густо, скажем так. Ну, я говорю, нападающий штучный товар. А я правильно помню, что вот в Тимура Жемалединова мало кто верил, что он может там расти до ЦСКА основной команды? Или ну, нет? Он вообще стоял, скажем так, на отчислении из молодежного состава ЦСКА там, и такой и в состав не проходил, но потом прям блеснул, и такой у него отрезок был, действительно себя проявил там, и начал забивать там, и лучше, и в Лиге чемпионов юношеской забивал много, и в молодежном первенстве много забивал. Вот. Какие его перспективы? Позапрошлом сезоне лучше бомбардировал молодежное первенство, вот, а сейчас шанс в ЦСКА.
ЦСКА даже в аренду не отпустил, то есть они на него рассчитывают. Тем более сейчас, если все хорошо будет, но я верю в ЦСКА, что они пройдут Young Boys все-таки. Я думаю, что будет ЦСКА осенью в Лиге чемпионов. И, ну, предстоит на несколько, там, и в чемпионате сыграть, да, и в Лиге чемпионов, и в Кубке России даже. Поэтому, думаю, шанс будет, и он им воспользуется, не сомневаюсь. Тем более, кстати, сегодня забил за молодежный состав свой очередной мяч Уралу. Ждем, верим, надеемся. Это была речь о Тимуре Жамалетдинове, игроке московского ЦСКА. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Меня зовут Роман Щерб, вы слушаете Sport FM. И Олег Шигаев еще полчаса в эфире. Генеральный директор агентства Profsport Company. Реклама. 24 сентября состоится главное беговое событие года – Московский марафон. В этом году на старт забега выйдет рекордное количество участников – 30 тысяч человек. Москвичи и гости столицы пробегут 42 километра 200 метров и 10 километров по центральным улицам города мимо всемирно известных достопримечательностей. У тебя еще есть шанс присоединиться. Регистрируйся на сайте moscowmarathon.org и стань частью незабываемого события. 0+. Друзья, 20 августа «Локаленд. Притяжение». Летний фестиваль на РЖД-арене в Черкизове объединит любителей спорта и развлечений для всей семьи. Уроки йоги на главной арене, турниры по стритболу, прыжки на батуте, турбо-шоу с винтажными маслкарами и обворожительными грит-герлс. Катание на верблюде, фестиваль мороженого и гриль-барбекю, встреча с известными спортсменами и многое другое. Приходите всей семьей. Вход свободный. Подробности на fclm.ru. 0+. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Российских граждан среди пострадавших нет. Инцидент произошел в районе торговой площади Путари. Неизвестный начал нападать на прохожих с ножом. Один скончался на месте, второй в больнице. Оба они финны. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу. Нападение в турку признали терактом. По данным полиции, атаку совершил 18-летний гражданин Марокко. Нападавший еще не допрошен. Полиция собирается сделать это как можно быстрее. И как минимум 54 человека остаются в больницах после терактов в Каталонии. 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Напомню, что 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии 4 террористов. Ранила еще одного. Впоследствии тот скончался. Движение на площади Тверская застава в Москве будет ограничено в выходные. Она станет недоступной для автотранспорта. Стала недоступной минувшей ночью. Об этом сообщили в столичном департаменте капремонта. Кроме того, ограничен проезд на нескольких прилегающих площади улицах. Перекрытие, связанное с проведением ремонтных работ, ограничение будет действовать до 5 утра понедельника. Три матча пройдут сегодня в 7-м туре чемпионата России по футболу. ЦСКА в 3 часа дня по Москве на СКБ-банк-арене начнет гостевой матч против Урала. Главный арбитр Сергей Лапочкин из Питера. Спартаку предстоит второй подряд столичное дерби на этот раз с Локомотивом. Игра пройдет на открытии арене. Старт в 17:30. Главный арбитр Алексей Яськов из Москвы. В 8 вечера по Москве Рубин начнет встречу против Анжи. Матч состоится на Казань-арене. Главный арбитр Сергей Карасев также из столицы. Далее курс валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара в эти выходные понедельник 59 рублей 36 копеек. Курс евро 69 рублей 72 копейки. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm.
Далее о трафике. В Москве 3 балла, местами затруднения. Сообщает Яндекс.Пробки. За минувший час загруженность дорог увеличилась на треть, то есть на 1 балл приблизительно. МКАД внутренняя сторона 4 балла, внешняя 3. Трешка внутренняя 4, внешняя 3. Садовая внутренняя 6, внешняя 5. Бульварная внутренняя 2, внешняя 3 балла. Отмечу, что крупнейшая пробка на данный момент на Симферопольском шоссе деревни Боброво до Рощинской улицы. Длина затор 12 километров, время проезда 1,5 часа. Спортлайф. Это программа выходного дня «Спортлайф». Меня зовут Роман Щерба. В гостях у нас Олег Шигаев, генеральный директор агентства «Профспорт Компани». Задавайте Олегу свои вопросы. Я вижу, что достаточно много в WhatsApp и Viber. Давайте посмотрим, что вы пишете. Телефон прямого эфира «Спорт.ФМ». Давайте тоже напомню. 495-276-1932, 276-0932. И на страничке ВКонтакте под фотографией прекрасного Олега можете оставлять тоже свои вопросы. Почему Курбанбердыев может быть футбольным агентом-бизнесменом, когда сам является тренером? Для России законы не писаны. А Курбанбердыев агент? Ну, какой он агент? Он тренер в первую очередь. Антон, откуда у вас такая информация, Антон? Расскажите нам, пожалуйста. Полосы Нобова шли может, в «Зенит». Может, на сайты какие-то еще может, что-то? Может быть, да. За руку ловил. Полосы Нобова шли... Вы поймите, что без тренера футбольного, ну, ни один... По идее, тренер и спортивный отдел должны как-то в связке работать. Ну да, так и есть. Этому... Каждый сам решает, как бы. У Курбанбекича свое видение. Он там, скажем так... смотрит так на все, там, то есть своих футболистов, ну, как своих, которые нравятся ему, я имею в виду. А уже спортивный отдел там дальше ими занимается, да? И агенты, да. Которые там сотрудничают с этим футболистом. У кого-то там руководство приводит футболистов, решает, да, по ним там, вот, а здесь вот так. Полосы Нобова шли в «Зенит». Результат дает. Самое главное, что результат есть. Это правда. Полосы Нобова шли в «Зенит» за деньгами. Долго ли они просидят на лавке или уйдут в аренды? Полосы Нобова, мне кажется, шли из-за глубины состава. Еще рано, наверное, говорить о том, что у них не получилось в «Зените», а сыграли-то 8 матчей. Еще будут шансы. Да, и если в Лигу Европы пройдут все-таки, да, Утрехт, то на 2 ранга предстоит сыграть. Для длины скамейки тоже шанс будет. Я думаю, что сейчас пока какие-то так ярлыки рано ставить. А как, кстати, что ты думаешь по поводу Утрехта? Утрехта... Что случилось с «Зенитом» в этом матче? Ну, мне в первую очередь понравился Утрехт. Такая тренерская команда. И было понятно, в какой футбол играют. То есть все грамотно очень. И состав, в принципе, у них неплохой. Вот, то есть несколько футболистов они этим летом продали, но и при этом, что сейчас там все равно команда такая неплохая, и в «Зенит» обыграли все-таки с такими, там и с Дриуси, и с Паредесом, с этими летними такими громкими приобретениями. Вот, я думаю, что шанс у «Зенита» обыграть дома Утрехт будет ну, неплохой, тем более там наверняка какой-нибудь аншлаг соберется больше 50 тысяч. По поводу дома «Зенита»... родные стены помогают. Это единственная команда, наверное, которая хоть как-то проявила себя нынешним летом на трансферном рынке, о которой мы больше всех говорим как минимум. Что с остальными? По сусекам скребут? Нет денег? В чем проблема? Почему да, только «Зенит» сейчас орудует на рынке в основном? Ну, «Спартак», как мы знаем, тоже там и вел переговоры с кем-то. Он там позавчера там сорвался Семьян, уже должен был перейти, да, и медосмотр проходил, и все. Ну, то есть там последний момент, как я понимаю, там появился на горизонте вариант «Старина», и он все-таки решил остаться в Италии. Хотя уже там и фотографии с Луисом Адриано, там все вместе уже там весь интернет окружили, но... сорвался. Ну, думаю, наверняка какие-то приобретения будут, потому что состав надо усиливать, и здесь и Лига чемпионов, и если хотят каких-то результатов, то надо кого-то подписывать. Я думаю, что какие-то приобретения должны быть. Наталья верно замечает. Спасибо, нужно сказать Черчесову от настоящих болельщиков ЦСКА, что никого, кроме Марио, не вызвал сейчас в сборную, учитывая нашу обойму, точнее, ее полное отсутствие. Это хоть возможность передышки после тяжелейшего отрезка, а этот позорящий всех болельщиков ЦСКА... А, понятно. Но Марио дальше... еще тоже не успел сыграть за сборную. И на Кубок Конфедерации должен был ехать, но там у него проблемы с носом. Уехал лечить. Поэтому он тоже как бы такой еще пока. Пусть сыграет, покажет себе. Так,
Посмотрим, трансферное окно еще 2 недели. Наверняка какие-то приобретения будет и Локомотив, и Спартак. А ты ждешь какие-то приобретения еще? Я жду. В первую очередь от Спартака, наверное. Как Лига чемпионов. Только один Пашалич пришел, получается, по сути. Ну, Петковича мы не берем, да? Ну, Петковича еще, да. Хотя это смешное приобретение, судя по тому, что ты так улыбаешься. Не, ну я просто забыл, я вылетел из головы. Ну, Пашалич, что игрок основного состава, но Петкович, здесь что говорить, сербы просто так за бесплатно с игроками не расстаются. А, они бесплатно правильно? Практически, да? Ну да, он свободный агент перешел. Если бы он был в порядке, вряд ли кто-то его бы так отдал. Ну, или там за контракт заранее продлили, еще что-то. Да, наверное, так и есть. Напомню, что вы слушаете Sport FM. Олег Шигаев, генеральный директор агентства Profsport Company, у нас в гостях. Задавайте ему свои вопросы. Всех с яблочным спасом. Пишет нам Свирыч. Да? Я, кстати, всех хотел поздравить с праздником. Сегодня? Да, яблочный спас. Присоединяемся. Все сегодня едим яблочки зеленые. А вы чисто финансовые вопросы регулируете или ростом спортсменов занимаетесь? Вот такой вопрос. Хороший вопрос, Серега. Да, всем занимаюсь понемножку. Ну, а серьезно, давай, без ухмылок, Олег. Вот как вы работаете с футболистом? Давай возьмем Чернова. Как вы его ведете? Как он к вам попал? И, может быть, подробнее расскажи. Я так понимаю, что это вот сейчас тот футболист, которым прям вот вы будете плотно в ближайшее время заниматься, потому что, ну, действительно... Ну, и мы и так занимаемся своими футболистами, которых ведем. Тяжело даже сказать. Просто он сейчас как раз такой вот в сборную вызван. Такой, ну, как мы... Новость для этого для меня лично не стала, потому что я и в Твиттере писал, там, 14 августа, я там вспомнил, посмотрел, что действительно там, не сомневаюсь, что Черчесов в ближайшее время вызовет Чернова. И действительно там, как в воду глядел, 17 числа его объявили, что он в сборной, в расширенном списке. Но все равно приятно. И Стосна, ну, это первый футболист, тем более Стосна только вышла, и сразу же 3 человека в сборной. Заболотный, Шахов. А Заболотный тоже ваш? Нет. Нет? Нет. Ну, вот, по поводу Чернова... Мы занимаемся с ним, когда он еще в молодежном составе там и играл. А после, сколько лет, 6, наверное, прошло. После этого он и за Том дебютировал в премьер-лиге при непомнящем. По-моему, сезон, если не ошибаюсь, 11-12. После этого в аренде в Оренбурге во второй лиге играл. Потом Химик-Дзержинск 2 сезона. Вот как раз такой плацдарм, наверное, Химик-Дзержинск. Такая хорошая команда была. Хоть и вылетел, но и Чернов, и Джики оттуда, и Гащенков, который сейчас Краснодар забил там в конце, сравняв тем самым счет. Тем более на выезде. Такая команда была хорошая, в принципе. Как финансовые потоки распределяются у вас? Какой-то процент берете с футболистов за подписанный контракт или за зарплаты? Потому что Геннадий Ушаков, агент Евгения Малкина, приходил, что он говорил, что в нашем агентстве там самый минимальный процент, который мы берем от подписанного контракта. У вас какие-то есть? Ну, это все стандартно. Здесь процент какой-то зарплаты 10% берем и там, да, с футболистов. Там, если агентские какие-то есть, если ваш футболист получает 50 тысяч рублей, тоже 10%? Нет, с таких сумм мы не берем с футболистов. А есть такие, которые столько получают? Не, ну есть молодежь, которая еще так вот идет к этому, к хорошей зарплате, к хорошим командам, которая растет, там, выделяется во второй лиге, вот, которую мы там уже хотим там в следующий трансферное окно, там, зимой или летом попробовать куда-то на просмотр в первую лигу. То есть такой у нас принцип работы. Шаг за шагом. Не вот там, не надо перепрыгивать там 2 шага вперед или там, чтобы потом не получилось и все, там, футболист заканчивает. У нас как раз принцип такой, шаг за шагом, чтобы постепенно идти к своим целям. А что сами футболисты говорят? Ну, молодые, амбициозные, все хотят, все рвутся, все хотят побольше контракт. Какие сейчас настроения? Там у футболистов условного, давай возьмем 98-й, 99-й, 2000-й год, да, когда уже они видят, да, перед собой примеры, футболисты получают достаточно много. Что-то какие мысли в головах у людей? Вы же наверняка общаетесь со всеми, скажем. Ну, все хотят стать футболистами и выступать на хорошем уровне. Поэтому что-то когда-то не получается, уже потом начинают, но это уже поздно. Поэтому здесь ни для кого не секрет. Хороший, кстати, момент у «Зенита» 2. О, гол. 1-1. 1-1, да. Енисей-Зенит – это футбольно-национальная лига. 42-я минута. Сравнивает Санкт-Петербургский клуб...
счет Юан Мало. Бодренько выступает за «Зенит-2», кстати. Да. Ему все нравится, я так понимаю. Ну, как я понимаю, со стороны так. У него контракт долгосрочный, его все устраивает, он никуда не хочет ехать. Посмотрим, как дальше будет. Может, все-таки поймет там какие-то... Ну, как плохо сыграл Енисей в обороне. Сослали в «Зенит-2». Тем самым руководство показало, что в нем не нуждается. Тренер показал Манчини. Владислав, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Вот здравствуйте. Хотел бы, наверное, знаете, вот слушаю вас сейчас разговоры, вот mm-hmm. хотел бы его поддержать сразу в нескольких аспектах. Вот вы сейчас идет матч Енисея и Зенита, если я правильно все понимаю, там вот гол забил как раз Йоан Мало. Mm-hmm. Вот я, если честно, не понимаю одного. Человек, насколько я знаю, в прошлом сезоне выступал за основу Зенита, а сейчас перешел почему-то в команду ниже рангом, но хоть и тоже Зенит. Мне кажется, это все-таки немного не его уровень. Человек провел такие блестящие сезоны. Насколько я знаю, он в чемпионате Франции играл и за «Зенит», в принципе, одно время у него было. Только что, Владислав, да, какой вопрос? Есть вопрос? Кстати, почему не могу забил Никита Андреев за «Зенит-2». Почему? Все-таки тоже о нем. Почему мало в «Зените-2»? Такой вопрос у вас? То есть, надо понять. Да, вот это один из вопросов, скорее. А второй? Но он туда не перешел, его уже просто там отправили, чтобы практика была. А второй есть? Потому что давайте скорее, потому что реклама. Да, второй есть. Вот вы говорите про футболистов 16-18 лет, uh-huh. то, что они берут какой-то пример с, ну, футболистов, которые вот являются так вот, примерно вот, ну, такого же возраста. Например, uh-huh. вот за примером долго бегать не надо, это тот же Кильян Мбаппе, который сейчас выступает вот за «Монако», и из-за которого там чуть ли уже не 150 миллионов предлагают различные топовые клубы. А какой есть шанс, например, пробиться нашим ребятам вот такого же возраста, 16, 17, 18, возможно, и дальнейших возрастов, именно в топ-лиге, именно вот начиная... Услышали. Владислав, услышали. Принято. Сейчас небольшая реклама на Sport.fm. После нее мы ответим на ваши вопросы. Реклама. Не приспосабливайся к дорожным условиям. Включай полный привод, когда тебе это нужно. Ты решаешь, ты выбираешь свой путь. И уникальный полный привод Super Select дает такую свободу выбора. Только рама, только дизель, только Pajero Sport. В августе мы дарим невероятную выгоду 300 тысяч рублей. Mitsubishi. Надежно. Реклама. УМС РУС. Предложение ограничено. Выгода распространяется при сдаче в трейд-ин автомобилей любого бренда, кроме отечественного производства, достигших возраста 10 лет. Телефон рекламной службы Sport.fm 620-46-64. Код Москвы 495. До чемпионата мира по футболу осталось 299 дней. Sport.fm. Мы делаем спорт ближе. А сейчас Sportlife. Это программа выходного дня «Спортлайф». Меня зовут Роман Щерба, Олег Шигаев, генеральный директор агентства «Профспорт Компани», футбольный агент. Опять же, можете задавать ему свои вопросы. Два у нас осталось неотвеченных. Ну, а на один ты уже ответил, да, в этот момент, видимо, Ромалов как раз, да, слушал телефон свой. Мало все устраивает. У него долгосрочный контракт, поэтому ему абсолютно все равно, где играть, в «Зените» или в «Зените-2». В «Зените» на него не рассчитывает Роберто Манчини. Он приходил при одном тренере, да, этот его не видит. Это нормальный футболь. Таким образом, если какие-то амбиции будут у Мало в дальнейшем, он, возможно, покинет Санкт-Петербургский клуб. Но я так понимаю, что там камнем преткновения будет, конечно же, зарплата футболиста. И вообще, за сколько «Зенит» его может отдать. Ну, может, в аренду еще как-то, какой-то компромисс найдут. Но пока все устраивает. Ну, пока, как видим, да, играет за «Зенит». И по поводу молодых 16-18-летних футболистов, не совсем, наверное, корректные примеры, потому что Кильян Мбаппе, ну, таких футболистов раз-два, да, в мире, в принципе. Ну, чтобы расти до такого уровня, нам надо и детский, и юношеский футбол, много работы над этим, а пока только так одни разговоры у нас, чтобы у нас такие футболисты появлялись. Ну, как мы видим, сейчас вот Игнатьев что-то себя проявляет, там 18 лет, приятно, такой оптимизм. Все-таки в Краснодаре? Уже, да, в Краснодаре. И Сулейманов ходил, забивал, тоже 18 лет. Краснодар, на твой взгляд, это единственная сейчас академия, которая дает вот футболистов, уже сейчас дает футболистов, которые играют на уровне Лиги Европы?
Но в России, как бы, они футболисты у нас есть, только шанс не представляет. Краснодар как раз этот шанс предоставляет своим молодым. А в других просто командах не подпускают Краснодар? Много футболистов, да, действительно, талантливых есть. Давай, молодых нас не любят, к сожалению, пока. С тобой прервемся немножечко, чтобы Анна Чернавкина рассказала о новостях спорта. Напомню, что у нас в гостях Олег Шигаев, Профспорт Компани, футбольный агент. Меня зовут Роман Щербов, слушать Спорт-ФМ. И новости. Аня, привет. Да, привет. Всем здравствуйте. Петр Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера петербургского хоккейного клуба «СКА» во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом объявили на презентации команды на предстоящий сезон. Она проходит сегодня на стрелке Заячьего острова. Дело в том, что главный тренер «СКА» Олег Знарок, как известно, будет руководить сборной России на играх в Южной Корее. Напомню, что Воробьев уже исполнял обязанности главного тренера «СКА» во время Кубка мира осенью прошлого года. Ну а между тем, сам Олег Знарок отметил, что нападающий Данис Зарипов не употреблял запрещенные вещества. Он также добавил, что сочувствует хоккеисту. Я напомню, Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, которую у нее взяли в минувшем сезоне чемпионата КХЛ. В то время форвард играл за магнитогорский «Металлург». Ну а позже Зарипов сообщил, что подал апелляцию в спортивный арбитражный суд на свою дисквалификацию. Тем не менее, пока вот как есть. Не употреблял, но дисквалифицировали. Да. Нормальная позиция. Спасибо большое, Аня Чернавкина. И еще один момент, состоятся ли вообще эти южнокорейские игры, потому что там какие-то обострения сейчас ситуации в Азии, между Северной и Южной Кореей, поэтому большой вопрос. И выступят ли там российские спортсмены? Здесь тоже вопрос пока витает в воздухе. Я думаю, что осенью мы будем понимать, поедем ли мы вообще на Олимпиаду или нет. Итак, вы слушаете Спорт-ФМ. Меня зовут Роман Щерба, Олег Шигаев. Футбольный агент в гостях у нас. Виктор по телефону. Виктор, слушаем вас внимательно. Виктор? Виктор? Нет, Дмитрий. Теперь Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Значит, Дмитрий, Москва, болельщик «Зенита». Очень хорошо. По состоянию трансферному в «Зените» вопросы такие. Когда истекает контракт у Файзулина, он свободный агент или еще нужен клубу? И три новичка, которых хочет «Зенит», турок Шен, итальянец Политано из клуба «Сассуоло» и этот, как его... Али Гари какой-то из французского клуба. Леон, кажется. Ага. И еще такой момент. Роман, вы же болельщик «Спартака», так? Значит, я? Вы хотели взять Гарая. Вот оцените, как бы можно поставить на одну планку. Мамана, который пришел, центральный защитник в «Зенит». Гарай лучше. Гарай лучше. Гарая. Нет. Как на ваш взгляд? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет, но это, конечно, сильно назвать меня болельщиком «Спартака». Дмитрий, вы молодец. Гарай вчера играл за «Валенсию», и Гарай уже, конечно, никуда не поедет, я так понимаю, из «Валенсии». На него там рассчитывают. Вчера «Валенсия» смогла выиграть со счетом 1-0 у «Лас-Пальмас». Халилович удалился еще в первом тайме, и, конечно, там «Валенсия» полное преимущество имела на «Местали» во вчерашнем матче, но, правда, забить вот лишь раз смогла, при этом играла в два нападающих, насколько я понимаю. Ну, вот как-то с реализацией пока не все гладко в этом испанском коллективе. В прошлый сезон совсем у ленсийцев не получился, и вообще, и позапрошлый, наверное, тоже, потому что очень серьезное изменение в тренерском штабе в том числе. Ну, а сейчас все более-менее должно наладиться с приходом Гарси Тораля. На вопрос надо ответить человеку. Ну, давай. Ну, я просто как бы тяжело, наверное, в сказать. В шоке от того, что меня болельщиком «Спартака» назвали. В прессе говорят, но в прессе что угодно могут сказать. Правильно, здесь еще не факт. У каждого там какие-то свои цели. Там подлили масло в огонь и, не знаю, там пустили какой-то слух осознанно. Здесь, если в прессе, это еще не значит, что клуб им интересует этими данными футболиста, которых перечислили. Может быть, это вбросил агент, да, футболиста, который хочет заработать? Такое бывает. Бывает? У вас бывает такое в агентстве? У нас, ну, расскажи вот какой-нибудь вбросик. Такой, который уже там 100 лет назад случился. Да, вбросиков у нас и не было, в принципе. Все как-то там...
этим не занимались в последнее время. Ну, вообще, там, вот, я не припомню. Ну, которого подсветить игрочка надо же как-нибудь, чтобы о нем услышали. Я там несколько новостей было, там, вот, за последние месяцы 3-4. Я сам удивлялся, откуда это берется. С вашими футболистами связано. У меня даже мыслей таких не было еще в прессу пустить, там, еще как-то. А откуда это появляется? Ну, значит, клубы там следят, или у журналистов какая-то информация такая. То есть это без вашего ведома, допустим, да, происходило, что в прессе появилась информация. Конечно. К условному там Чернову проявляет интерес там условный «Спартак». Ну да. А как вы реагируете? Как... Ну, я был удивлен просто, когда написали, что Маратом Быстровым там «Зенит», ЦСКА интересуется. Mm-hmm. Как бы дым без огня не бывает, но мы там ничего не пускали. А вы хватаетесь там нервно за телефон, там, звоните человеку или там журналисту? Если бы конкретный какой-то интерес был, то, наверное, взялись бы за телефон. Или Константину Сарсани, например. А так пока только слухи, какие-то разговоры ходят вокруг. Какие первоначальные шаги нужно предпринять, чтобы стать футбольным агентом? Валер спрашивает. Но... Какие ты шаги предпринимал? Я никакие не принимал, просто поступило предложение, я, недолго думая, согласился. Делать было нечего. 5 назад, да. Делать было нечего. Самое главное, желание. Там понимание какой-то в футболе, там какие-то ряд качеств, там коммуникабельность. Антон спрашивает, какие перспективы у ФК Ростов в этом сезоне? Они выдали хороший старт, хотя перед сезоном все их списывали со счетов, отправляли в финал. Что думаешь по Ростову? Потому что говорили, что Бикич там оставил после себя просто выжженную землю. Ну так говорили, но как мы видим сейчас, все те, которые говорили, замолчали. Вот, результат есть, команда на втором месте, если не ошибаюсь, да? Все равно там команда такой, ну, говорит, что все, выжженная земля, сейчас Ростов будет бороться за выживание, там, пятое-десятое. Это но, талант Кучка? Ну, может быть, в том числе. Грамотный специалист, как мы поняли, и в «Локомотиве» был результат, и в «Кубани». Не сложилось там по определенным обстоятельствам? Да, на Украине там, да, в «Шерифе» показывал, ну, это еще 100 лет назад, но при этом показал себя как грамотный специалист. Тем более там и неплохие приобретения некоторые в том числе. Слушайте, Дидюн выделяют. Забивает, в конце концов, за Ростов. Да. Дидюн, который не играл в футбол 2 года. Да. Просто человек в «Рубине», он даже за второй, по-моему, «Рубин» не ну, выходил. Ну, может, шанс просто, не, он вообще не играл, он там. Полтора года точно, вот просто последний раз он выходил на поле там в мае прошлого года. По-моему, вот была какая-то информация. А забивал 2 года назад. Ну, не в сезоне, а в 16-м году, получается. Да. А сейчас... А здесь, может, шанс предоставился и начался себя забивать, просто шанс не представляли в «Рубине». Может, тренеру не нравилось еще что-то, а здесь там все устраивает и начал себя проявлять обратно. Про контракт Файзуллина забыли ответить. До 30 июня 2018 года. Да. Ну, это печальная история, на самом деле. Виктора здесь надо поддержать. Очень печальная, да, на самом деле. Что футболист был не то чтобы талантливый, но футболист, на которого можно было всегда положиться. Да? Он, если выходил на поле, он всегда там либо делал результат, либо ну, не пропадал точно. Ну что ж, спасибо большое, Олег, за эту беседу. Олег вам Шигаев, спасибо. Гендиректор агентства «Профспорткомпани». Поговорили о трансферном окне российском. Всего доброго. Далее реклама новости на «Спорт-ФМ». А далее ко мне присоединится спортивный журналист Павел Занозин. Оставайтесь на волнах «Спорт-ФМ». Реклама. Футбольный клуб «Динамо Москва» приглашает болельщиков на матч 7-го тура чемпионата России с футбольным клубом «Уфа», который состоится 20 августа в 17:30 на стадионе «Арена Химки». Билеты можно приобрести в офис-центре клуба по адресу улица Новая Башиловка, 8, в кассах стадиона и на официальном сайте клуба fcdinamo.ru. Приходите на стадион. Одна жизнь, одна команда. 0+. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. «Спорт-ФМ». I got more important things to do than spend my time going on with you now, woman. She's
American woman, listen what